Сегодня опять мы на Балибу Бич. И вот такой сегодня приливчик, существенный приливчик. Самый большой, наверное, приливчик за все время, пока мы сюда ходим. На салате вообще там волны, просто. Да. СМС-ки приходят ко мне. Вот он, Балибу Бич. Решили сегодня сюда зайти попробовать, потому что съездили мы на салат. А там оказались волны, пена. И очень грязно, и короче. Водоросли, да. Воды очень много, пляжа очень мало. Решили сюда на Малибу. Димка здесь очень хвастался этим пляжем. Они сюда ходили каждый день практически. О, ну здесь действительно, смотри, спокойно, Наташ. Вообще very good. Надо найти какую-нибудь пальмочку, под которую можно бросить свои кости. И будет отлично. Ну, я думаю, здесь не кусает. Они ближе к речке кусают мухи. Ну вот, давай с дедушкой с тем рядышком. А чё? О, детишки орут. Ладно, пока мы ищем место, где остановиться. А там есть? Так а там дерева нет. А вот, давай вот сюда, вот смотри. Вот, вот. Рядом с пальмочкой. Где? Вон вещи лежат. Ну мы вот сюда ряжем, пораньше, подальше. Они просто бросили вещи. Ну тут тоже люди, там при том дети. Здесь хоть можно ноги высунуть, не позагорать. Здесь. Ну давай, давай. Вот такая пальмочка у нас. Ничего, что здесь? Нормально. Вот в таком живописном местечке мы остановились. Сегодня здесь хорошо. На Саладе там, конечно, и волна, и грязно. А здесь благодарю. Потому что здесь вот камни вот эти насыпаны. Бухточка такая огорожена. Тут вообще шикарно все. Детей очень много. Классное место для детей. Тут пляж Малибу, потому что здесь мелко. И детям здесь вообще раздолье купаться. Небольшой пляж такой. Там дальше уже идет бухта Чалоклум. Там пирс, с которого мы на Bottle Beach уходили. Сегодня в обед постараемся съездить туда, за пирс посмотреть. Там домики какие на будущее. Самое интересное, у них игра волейбол платная. 20 бат стоит мячик получить. На какое время не написано, правда. Вот это все искусственно сделано. Пальмочки вот насажены. Так-то молодцы, но здесь какая-то мошкара кусучая. Вот это что пугает здесь. Так-то можно было сюда каждый день ездить. От вас недалеко. Ну вот это отпугивает. Сейчас тоже уже начали помаленечку кусать. Посмотрим, если дальше так продолжится, наверное, мы отсюда уедем. Хотя здесь классно сегодня. Так что вот так вот. Помимо туристов, вот на пляж еще ходят вот такие экземплярчики. Вот такая интересная ящерка. Сидит такая. Погнать ее. Погнать? Да я сейчас подойду к ней. Опа, опа. А ты точно, смотри, вон она залезла куда. Ух ты. Как шустро бегает. А на пляже народу прибавилось. Причем очень разнообразная речь. И немецкая, итальянская, французская, какая-то еще восточноевропейская. Народу много. И люди все залезли в воду и сидят как бегемотики. Потому что на улице реально жарко. Тут хорошо, что еще белый песочек такой на этом Малибу пляже. Поэтому ходить можно спокойно. А там, где песочек серенький или темненький, вообще невозможно ходить. Вот как на Садете мы были, там только бегать. Ну или же в тапочках. В тапочках идти к пляжу, купаться, потом обратно одевать. Много детишек здесь. Русской речи тоже очень много слышно. Кафешка неплохая.
можно посидеть, спрятаться, где есть деревья, вполне нормальные. Да, вон немцы залезли в воду кучкой и сидят, как бегемотики, разговаривают. А мы сегодня, наверное, после обеда поедем туда. Там пляж называется Хатхом. Мы проходили его, когда на лодке в бутылочный пляж ездили. Попробуем туда на мопеде добраться вот так вот вдоль горы по низу. Получится или нет, видно будет. Ну а сейчас мы, наверное, поедем уже на обед домой. Время к часу. Охота уже обедать. Можно было здесь, конечно, сесть. Значит, и здесь жарко, охота принять душик под пресной водичкой, искупаться. Здесь вот проблема таких пляжей, действительно. Нет ни переодевалки нормальной. Нет ни душа. Ну, вот это беда в Таиланде. Нет, есть пляжи, где присутствуют. Переодевалки, кстати, нигде не видел. А вот душевые кабинки можно увидеть. Вот они, немцы. А мы вот под такой пальмочкой сидим. Ну что, собираемся на обед? Ты только уселась? Ну давай еще чуть-чуть почитаем.